Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Это Earphones Lite от компании Xiaomi Mi True Wireless Earphones Lite. Ух, да, я сказал это. Это полное название этих наушников. Итак, сейчас я покажу вам, как сконнектить их со смартфонов. Наушники нулячие, еще не коннектились. Именно этот экземпляр, другие я уже коннектил. И покажу вам, как это делается. Итак, вначале заходите в настройки своего телефона и заходите в Bluetooth. Включаете сам Bluetooth, то есть ползунок должен быть включен. У вас интерфейс Android может выглядеть как-то иначе. Это же Android все-таки. Вот. Затем вы должны будете открыть крышечку от ваших наушников, зажать и удерживать кнопку на правом торце наушников и дождаться, пока наушники не начнут моргать. Вот так вот быстренько. После того, как они начнут быстренько моргать, отпускаем кнопку. Если у вас телефон перестал уже искать устройство к этому моменту, просто нажимаем на кнопочку «Поиск» и ждем, пока он обнаружит Mi TV Earphones Lite. Вот это оно есть. Mi, то есть Xiaomi True Wireless Earphones Lite. Нажимаем и ждем, пока произойдет сопряжение. Так, ну, крышка у нас, она не функциональна, поэтому ее можно закрывать, открывать сколько хочешь. Вот, телефон предлагает начать само сопряжение, собственно. Нажимаем «Сопряжение», ждем секундочку, и видим, что телефон уже сопрягся и ощутил наушники. Наушники этого, походу, еще до конца не поняли. Вот, короче, наушники у нас уже подключены. Теперь можно вытащить один наушник, хоть это не обязательно абсолютно, и попробовать что-либо в них включить. Давайте включим что-либо из YouTube и услышим, производят звук они или нет. Производят, причем как левый, так и правый, который в боксе. Вот, вы можете услышать, скорее всего, сейчас, если я где-то сюда перелесну, вы можете услышать. Вот и все. В общем-то, абсолютно хорошо у нас работают наушнички. И мы их подключили. Спасибо большое за просмотр этого видео. Так, я не то, что делаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока.